Штаты. Ее открыли русские путешественники. Он был передан, продан, точнее, подарен или как-то. Лично мое мнение по поводу Аляски, что Аляска должна принадлежать России. Конечно, жалко, земля наша была, отдали мы ее. Это была огромная территория, открытая еще в 18 веке, но планомерное масштабное развитие ее началось только с конца 18 века, когда по инициативе купцов Голикова и Шелихова была учреждена российско-американская компания через частный капитал, через частную инициативу. При поддержке имперской власти шло освоение этих земель. Компании составлял около миллиона рублей. При этом компания за свой счет обеспечивала все социально-экономическое развитие подконтрольных ей территорий. Есть такой очень интересный документ, когда главное правление российско-американской компании обращается к правительству с просьбой выдать им крейсер для защиты границ от посягательств браконьеров. Государство, правительство на это сказало, а вы купите этот корабль. И российско-американская компания, чтобы обеспечить неприкосновенность границ Российской империи, она за более чем за 100 тысяч рублей, это были колоссальные в ту пору деньги, она купила этот корабль и финансировала и оплачивала содержание этого судна вместе с командой. То есть даже на обеспечение безопасности внешнего пограничного периметра государство не тратило ничего. И был такой разряд доходов-расходов, это чисто экономия государства, именно за административное управление. Эта сумма, она по минимальным оценкам составляла 400 тысяч рублей серебром ежегодно. То есть это то, что государство не тратило, но должно было тратить. Официально выдвигали следующие причины продажи Аляски. Первое, казна не может финансировать развитие вот этого Тихоокеанского региона, колоний.
Второе, это Российская империя не может обеспечить безопасность колоний. И третье, это необходимо было налаживать российско-американские отношения. Вот на основании этих трех официальных причин, которые не выдерживают никакой критики с учетом тех обстоятельств, которые были. Пела Асана, победившая демократия в Соединенных Штатах, пела Асана нашему правительству и говорила, что самый лучший, самый надежный друг – это Российская империя. Ни о какой войне разговора тогда быть не могло. Все-таки были более значимые и более существенные интересы, как именно стратегическая цель и геополитика, к сожалению, которой Российская империя в тот момент относилась менее серьезно, чем Америка. Если мы сегодня признаем, что да, Россия правильно, Российская империя правильно, совершенно правильно обоснованно продала колонии, тогда мы выносим в дискуссионное поле возможность торговать своими землями, что очень чревато и очень опасно. Потому что завтра, вчера мы продали Аляску, завтра мы продадим себе и Дальний Восток. И тоже будем обсуждать, насколько возможна данная сделка и интересна, и она соответствует интересам России.
Инициатором продажи был брат императора Константин Николаевич, которого называли либерал-адмиралом. Человек, который отвечал за реформирование флота, и был один из самых близких, кто приближен, кто советовал императору. И вот при Александре II впервые встает такой вопрос о возможности продажи государственной собственности, в том числе и территории. И две сделки по своей фантастической коррупционной составляющей, которые были проведены Александром II, это историки называют продажу Николаевской железной дороги, одно, которое являлось одним из самых прибыльных предприятий в Европе, в частные руки, по фиктивному конкурсу, и второе – это продажа Аляски. Так вот, в 1957 году в архиве удалось обнаружить секретный план продажи Аляски, где по пунктам были обозначены вехи этой сделки. Вот. Америке должны были отойти помимо Аляски, Сахалин, Алеутские и Курильские острова, и сумма, которая называлась, это более... Если память не изменяет, 7 400 000 долларов. Зачем нужна была эта тайна? Зачем нужен был этот мрак? 5 человек, которые были в курсе сделки. Потому что если бы это вылилось в плоскость диспута и на уровне правительства, и на уровне общества, то, конечно, сделка бы не состоялась. Потому что продажа наших заокеанских владений – это было явное предательство национальных интересов по всем вопросам, начиная от торговли русской землей в целом и заканчивая от суммы, которая, как я сказал, могла сыграть роль для частного кармана, но никак не для государственной казны. Поэтому, осознавая это, было принято решение Константином Николаевичем окружением, чтобы все делать в такой помешанной тайне. Чтобы продать сверхприбыльное предприятие, которое находилось, управляло огромной территорией, это предприятие надо было обанкротить. И дальше происходит вообще удивительное. Когда Константин Николаевич, великий князь, посылает двух своих офицеров, и они дают объективно честный отчет, где доказывают на выкладках, что данная форма управления компанией, политика компании, она не может быть изменена, потому что это принесет ущерб государственным интересам. Они показали прибыль, которую приносит компания. Сколько государство экономит, как раз вот это 400 тысяч серебром, это официальный отчет ревизии. Причем ревизии, казалось бы, ангажированной великим князем, человеком, который хотел продать эти колодки. Началось такое искусственное банкротство российско-американской компании, был поднят вопрос о пересмотре устава. Что такое устав? Устав давал монопольное право на развитие территории. Как только в прессу, это даже на таком уровне, что лоббировала западная пресса, как только в прессу была вброшена информация о том, что монополии, привилегии могут быть не продлены, то начались определенные финансовые проблемы на международном рынке у компании.
Дальше все это привело к тому, что компания, вот если в 60-м году у нее был валовый доход 800 тысяч рублей, то буквально там через 2 года убытки составляли 300 тысяч. И вдруг, вот когда на несколько лет вот это возникла вот эта пауза, когда было непонятно, что станет с компанией, и в итоге принимается новый устав, пересматривается устав, когда все бремя административного управления колониями, оно было переложено на, это 65-й год, оно было переложено на плечи государства. И как только государство взвалило на себя эту ношу, оно сказало: ребята, нам тяжело, это надо продавать. И вот за несколько лет такого финансового монстра, как российская и американская компания, он был обескровлен, был в итоге продан в 67 году за смешные деньги. Государственного казначейства содержится удивительный документ, уникальный документ, который сразу позволяет ответить на все вопросы, куда делись деньги и за что были проданы наши территории. За уступленные североамериканским штатам российские владения в Северной Америке поступило от означенных штатов 11 362 481 рубль 94 копейки. Из числа данной суммы израсходовано за границей на покупку принадлежности для железных дорог Курской, Киевской, Рязанской, Козловской, Московской, Рязанской и других 10 972 238 рублей 4 копейки. Остальные же 390 243 рубля 90 копеек поступили наличными деньгами. О чем это говорит? Этот документ содержится в Российском государственном историческом архиве. О чем это говорит? О том, что вот эта вся сумма, полученная за Аляску, она шла за границу на счета предприятий, которые аффилированы, принадлежали Константину Николаевичу и его ближайшему окружению. В казну же, следуя из этого документа, пришло же только 390 тысяч рублей. Поэтому вся вот эта история о том, что там были какие-то корабли, которые не доплыли, утонули, это мифы. Скажем так, то, что это сделка была совершена исключительно с целью наживы узким кругом лиц, это доказано. Доказано на архивных документах. Какие-то другие политические цели, сейчас их проследить очень сложно. Об этом можно догадываться, в интересах, кого это было сделано, ради чего, чтобы был, действительно было какое-то такое уже более серьезные цели и менее меркантильные за этим стояли, что это был, конечно, удар по интересам Российской империи, ослабить безопасность, заставить страну уйти из Тихоокеанского там региона, можно говорить, но этих документов нет. Один из спорных моментов для историков и около тех, кто крутил писателей на заданную тему, является договор. Вот есть такая версия, что, дескать, перевод
оригинала договора, да, он содержит все-таки указание на аренду. Но куда уж проще. Вы можете обратиться в библиотеку и найти сборник пограничных договоров, заключенных Россией соседними государствами, изданный в 1891 году в Санкт-Петербурге. Это официальное издание, которое содержит именно русскую версию этого договора, где черным по белому речь идет о покупке Америкой наших колоний с указанием границ, которые отходили Америке, и условий сделки. Никакой аренды там речи нет. В чем слабые места договора? В чем, почему он был, все-таки его можно расценивать как незаконным? Одного имущества частных лиц, потому что российско-американская компания была частной компанией, да? Одного имущества там было более чем на 5 миллионов рублей, оценивалось. Все это перешло в собственность Соединенных Штатов Америки. Так вот, вот этот договор, он нарушал законные интересы подданных Российской империи. А поэтому он противоречил своду законов Российской империи. То есть уже на основании этого его можно признавать незаконным. Отказавшись от Аляски, Россия, де-факто сохранив прежние границы, уже вот по Тихому океану, она ушла с Тихоокеанского бассейна. Конечно, если бы мы продолжали наращивать присутствие, то это был процветающий регион, это был мощный военный плацдарм. Фразу Николая I о том, что где поднят русский флаг, оттуда отступать не должно. Политику своего отца Александр II предал и растоптал. Наверное, за это он и получил такие лавры от либеральных историков и вот это международное признание. Но чем важно осознание и осмысление этой сделки. Если
мы до сегодня доказываем и доказываем, что это было предательством интересов, что, как таковой продажи не было, потому что это был чисто коррупционный такой заговор круг лиц, который нанес колоссальный ущерб интересам и будущему нашей страны, итоги, которые мы до сих пор черпаем, испытываем на себе, то, конечно, это позволит нам, переосмыслив политику Александра II и признав ее противоречивым интересам Российской империи, уже в будущем по-другому подходить к геополитическим моментам развития нашей страны. Thank you.